Мы продолжаем путешествовать по черноморским курортам Украины. Для вас сейчас самое время поставить лайк и подписаться на канал. А мы продолжаем! Взял и поехал! Камон! Всем привет! Вы смотрите канал «Взял и поехал», и мы снова в аквапарке «Затока». Были здесь год назад, приехали сюда и в этом году, потому что оказались здесь неподалеку. Мы давно уже катаемся по Черноморскому побережью Украины. Входа осталась неизменной. 400 за ребенка, 600 за взрослых. В прошлом году мы здесь были только с друзьями, сейчас с тремя семьями, куча детей, поэтому больше будет акцент на какой-то детский отдых. Причем я слышал, тут открылась какая-то новая детская или семейная зона. Вот еще там не был, посмотрим вместе. Важно, что сейчас только 23 июня, сезон не в самом разгаре. Хоть сегодня и воскресенье, на горках не было очередей. Я помню, в прошлом году в августе они были. Сейчас такого нет. И даже одна горка не работает, потому что, видимо, наплыв не такой мощный еще. Имейте в виду, что в сезон, в самый разгар, можно будет потолкаться немного в очередях. В прошлом году я упустил, что на территории аквапарка есть отель. Сейчас пойдем на рецепцию, поспрашиваем, какие у них цены. Может, номер какой-то покажут. Ну, вот балкончики выходят прямо сюда, на аквапарк. А какие номера у вас есть? 3 на 4 человека. Угу. 69 номеров у нас в наличии. Один из номеров нашего отеля, на ключ. В любой категории номера в комплектацию входят кондиционеры, у нас отличные смарт-телевизоры, мини-бар, мини-холодильничек, пожалуйста, можете ознакомиться. И сколько стоит такой? 1960. Вообще будет еще повышаться? Да, будет. В сезон июля-август стоимость составляет 2800 гривен. Слоник или что? Слоник. Слоник у вас. Обычно лебеди, да. У вас слоник. У нас слоник, у нас логотип со слоником. А, логотип аквапарка. Да. Да. А, ну и вид прямо на аквапарк. Прикольно. Если человек у вас останавливается, он бесплатно пользуется аквапарком? Пользуется аквапарком бесплатно любой наш гость. А также стоимость проживания входит в завтраки, наша шведская линия. При желании можно докупить тариф ужин с ужином, да, то есть мы обеспечиваем полупансион за дополнительную оплату. Да? Да, да. В общем,
рассчитываться на территории аквапарка нельзя наличкой, только положив деньги на браслет. Да, спасибо. И что вы делаете? Деньги с браслетов, которые вы не израсходовали на напитки или еду, на выходе вы можете обналичить. У нас тоже остались гривны, поэтому мы также поступим. Вот она, новая гейм-зона, про которую мне рассказывали. Она находится уже практически на лимане. Вот пляж лимана, он тоже относится к аквапарку. Для жильцов отеля. Как ощущение? Электрошок. Магнитик на память 60 гривен стоил, хотя у меня есть такой кадр на видео, я бы сделал бесплатно, но магнитик я бы навряд ли организовал. Ну круто. Фотография, кстати, 50 гривен, и она вот побольше форматом, а 5. На этом будем прощаться. Вы подписывайтесь на канал, у нас выходит много подобного рода роликов. Делитесь в социальных сетях, задавайте вопросы какие-то в комментариях. Не я, так кто-то другой вам ответит. Вам всего хорошего, путешествуйте. Пока.